Поздравил с присвоением новых спортивных званий. Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко вручил женской хоккейной команде детско-юношеской спортивной школы «Рекорд» удостоверение и значки мастеров спорта международного класса. Хоккейная команда была основана в 2004 году. За это время они стали 10-кратным победителем чемпионата России, 2-кратным победителем Кубка мира. В прошлом году на 7-м чемпионате мира сборная команда страны, в состав которой вошло 14 игроков спортивной школы «Рекорд», впервые завоевала золотые медали. С этим вас поздравляем, с победой и с получением звания. Все то, что... Да, кстати, еще и по то, что мы по выплатам обещали. Мы тоже министру спасибо вашему профильному. Мы вам выполним, поэтому я вас поздравляю с этим. К другим темам. Сотрудник наркоконтроля арестован за незаконный сбыт амфетамина. Обвиняемый является заместителем начальника отдела оперативной службы госнаркоконтроля по Иркутской области. По версии следствия, в июле 2014 года обвиняемый вместе со своим знакомым незаконно продал психотропное вещество амфетамин в большом количестве. Сейчас обвиняемый находится под стражей, и расследование уголовного дела продолжается. Продолжение темы. В областном центре полицейские задержали подозреваемого в мелкоторговой продаже героина. 40-летний иркутянин был пойман с поличным в микрорайоне Юбилейный. Известно, что мужчина более 15 лет употребляет наркотики и нигде не работает. Злоумышленнику может грозить наказание в виде 15 лет лишения свободы. Задержанный помещен в СИЗО. Бурые хозяева тайги просыпаются раньше времени. Как сообщает региональная служба по охране и использованию животного мира, в Приангарии зафиксировано уже 3 медведя-шатуна. Один из них был замечен в Жигаловском районе, вблизи реки Лена. Другой зверь вышел к людям в Тайшетском районе. Еще один возле Чунского лесничества. Все они угрожают жизни и здоровью людей. По этой причине администрации районов получили разрешение на отстрел шатунов. Напомним, в конце января медведь задрал работника леспромхоза. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту asmr@yandex.ru или звоните по телефону редакции 33 13 28. Увидимся меньше, чем через час.